На газификацию населенных пунктов Якутии в этом году выделено около 2,5 миллиардов рублей. 100 миллионов из этой суммы – бюджетные деньги, остальное – средства компании «Рик-Плюс». О реализации плана газификации населенных пунктов республики сегодня на брифинге рассказал первый заместитель министра промышленности Якутии Василий Захаров. В этом году запланирована газификация 4 населенных пунктов в 3 районах республики – в селе Балаганах, Верхневилюйского района Чурапча, Чурапчинского района, а также сел Беке и Бедеме Мегино-Кангаласского района. Кроме того, мы планируем начать проектно-исследовательные работы для начала газификации 10 объектов Республики Якутия. Это такие объекты, как, например, газопровод отвод села Кобей, это газоснабжение села Талон Чурапчинского улуса, это сети Торакель, село Дябло, Митрида, Хасма и уличные сети города Ленска, Ленского района.